Умер отец грузинского экономического чуда, бывший министр экономики Грузии, Кахет Бендукидзе. Он скончался в Лондоне на 59-м году жизни. На связи с нашей студией экономист, бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов. Андрей Николаевич, здравствуйте. Слышите ли вы? Да, слушаю. Я знаю, что вы были близкими друзьями с Кахетом Бендукидзе, поэтому примите мои соболезнования. У меня к вам просьба. Вы можете для меня, для наших зрителей, для которых, возможно, эти материи являются не столь близкими и не столь понятными, объяснить, я понимаю, что это сложно в нескольких словах, но тем не менее, объяснить природу, что ли, вот этого самого экономического чуда, которое в Грузии Кахет Бендукидзе создал? Тихон, вы знаете, прежде чем мы будем говорить об этом, я бы хотел бы сказать, что это огромная, просто неисполнимая потеря. Потеря для очень многих людей. Потеря не только для Грузии, это потеря для России, это потеря для Украины, это потеря для просто огромного количества людей в разных странах мира. Дело в том, что, конечно, наиболее яркой страницей, скажем так, наиболее такой привлекающий наибольшее внимание стали годы, когда Каха Автандилович работал в Грузии, в правительстве и проводил те реформы, либертарианские реформы, о которых вы уже сказали, о которых мы будем говорить. Но, по сути дела, у Кахи было как минимум три жизни. Одна жизнь – это в России, другая жизнь в Грузии, и третья жизнь, которая шла последний год, это жизнь в Украине. И в каждой этой жизни он смог добиться совершенно невероятного. Невероятного с точки зрения своего вклада в успех, возможный успех, в частично состоявшийся успех, как это было в Грузии, в каждой из этих стран. Факт, что вот это экономическое чудо. Тем не менее, в нескольких тезисах, вот принцип этого экономического чуда, как его можно сформулировать? Главный принцип заключается в экономической свободе, предоставлении возможности всем, кто может и хочет, работать, зарабатывать, делать то, что считает необходимым. Главное направление – сокращение бюрократического регулирования, сокращение налогов, сокращение государственных расходов, сокращение государственного вмешательства, уменьшение размеров государства и налогов по отношению к ВВП, и расходов по отношению к ВВП, ликвидация разнообразных излишних государственных органов, которые не создают ничего, кроме коррупции, и кроме дополнительной нагрузки на бизнесменов, на предпринимателей, да и на обычных граждан. Это меры по открытию страны. Благодаря Кахе Бендукидзе Грузия отменила визовый режим с огромным количеством стран. Появилась возможность для представителей самых разных стран приезжать в Грузию, начиная от туризма и заканчивая просто ведением бизнеса. Результаты стали какие-то фантастические по любым параметрам. Темпы экономического роста в Грузии в результате вот этих реформ достигли 12% в год. Это выше даже, чем среднегодовые темпы в Китае. Правда, это был относительно короткий период времени, который был сломан затем российским вторжением в Грузию. Но это показывает, что добиться прекрасных результатов, добиться высоких темпов экономического роста можно в любой стране. Для этого не надо быть китайцами. Для этого надо быть людьми, которые знают, что такое свобода, которые обеспечивают возможности для людей заниматься тем, что им близко, что им нравится, что они хотят делать. Николаевич, если говорить про, вот вы говорите, три жизни, если говорить про третью жизнь, украинскую, не так давно, буквально пару недель назад, я читал интервью, которое Кахет Бендукидзе дал Блумбергу, где были довольно критические его высказывания о том, как в Украине реформы продвигаются. Он говорил об удручающем положении этих реформ в эти дни. Насколько он был вовлечен в украинскую политику, украинскую экономику после событий февраля и смены власти? И насколько он был удовлетворен, что ли, теми процессами, которые в Украине происходили? Насколько мне известно, в саму политику он не был вовлечен, но в экономическое консультирование, конечно, да. Каха Бендукидзе стал одним из пяти членов совета, советников при Украинском министерстве экономики, наряду с его коллегами, оказывал огромную помощь по
подготовки рекомендаций относительно того, что Украине можно и нужно делать сейчас. Правда, к большому сожалению, немногое из того, что он рекомендовал, было принято и было осуществлено в течение последних 8 месяцев. Но, видимо, понимая, что лучший способ добиться этих результатов – это назначить Кахи Бендукидзе на пост министра в украинском правительстве. Я хотел бы уточнить, вы имеете в виду министра экономики, министра экономического развития в Украине, да? Я не знаю, какой конкретно пост планировался для него, но этот вопрос обсуждался последнее время, после парламентских выборов в Украине. Спасибо большое, спасибо, что вы нашли время, и примите еще раз наши соболезнования, Андрей.